Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как правильно чистить игрушки собаке. Игрушки – важные вещи в жизни любой собаки. С помощью них животные выпускают энергию, развиваются, развлекаются и даже решают некоторые стоматологические проблемы. Как и на любых предметах, на игрушках скапливается множество бактерий, поэтому их необходимо регулярно мыть. Как часто нужно мыть игрушки, какие чистящие средства лучше использовать при этом? Мы подробно изучили эту тему и готовы представить вам 4 совета, как правильно чистить игрушки собаки. Мойте игрушки не реже одного раза в месяц. Не стоит дожидаться, когда игрушки износятся или выйдут из строя. Исследователи включают собачьи игрушки в топ-10 наиболее зараженных бактериями вещей в доме. Таким образом, грязные игрушки могут быть очень опасны для вашего питомца. Мягкие игрушки рекомендуется стирать чаще, раз в 2 недели. Используйте безопасные для животных чистящие средства. Помните, что бытовая химия может быть очень вредна для вашей собаки, поэтому если вы не уверены в средстве, используйте обычное мыло или уксус. Например, белый уксус обладает отличными чистящими, противовирусными и антисептическими свойствами. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Мягкие игрушки можно постирать в стиральной машине. Загрузите игрушки в бак, добавьте обычный стиральный порошок, а волоток для жидких моющих средств добавьте небольшое количество отбеливателя. Если у вас есть сушилка, после стирки игрушки следует погрузить в нее. Это поможет убить оставшиеся на игрушках микробы. Тщательно высушите игрушки, прежде чем вернуть их питомцу. По окончанию чистки не пользуйтесь тряпками или полотенцами, чтобы протереть игрушку насухо и скорее передать собаке. Все ваши усилия окажутся перечеркнутыми. Бактерии с тряпки или полотенца быстро осядут на игрушке. Дождитесь, пока игрушки высохнут естественным образом. Теперь вы знаете, как правильно чистить игрушки собаки. Следуйте перечисленным советам, и тогда игрушки вашего лающего друга всегда будут в отличном состоянии. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!